Простых диагнозов в гематологии нет, но трудности Галину Мейки не пугают. В 42 года она диагностирует и лечит заболевания кроветворной системы крови и ее элементов, разрабатывает меры, предупреждающие распространение патологий. Начиная с 70-х годов, когда мы все болезни лечили только симптоматически, только симптоматика, улучшение состояния, продление жизни, то теперь наша задача вылечить пациента. И для этого имеются все условия, диагностика у нас в больнице очень хорошая, и лаборатория очень хорошая, и все вспомогательные службы, рентген, УЗИ. Галина Мейки с отличием окончила Ленинградский медицинский институт имени Павлова. После выбрала развивающуюся специализацию – гематологию. Эти врачи всегда работают в связке с коллегами по цеху – педиатрами, терапевтами, онкологами, хирургами, инфекционистами и нефрологами. Документация у нас вместе, не надо никуда как-то обращаться. Все-все-все сразу. И мы все пациентов знаем. То есть у нас нет такого разделения, что какие-то пациенты к этому врачу идут или к этому. Все врачи занимаются всеми пациентами, амбулаторными и стационарными. Поэтому это все и нашу работу облегчает, ну и общение с пациентами. Накануне дня медицинского работника Галина Александровна отметила другой праздник – 75-летний юбилей. Врач полна сил, энергии и энтузиазма. И уверяет, если человек нашел свое призвание, то труд становится для него радостью. Лада Егорова, Юрий Монаков и Даниил Пугачев. ТВ-21+.